Ты как там, рассказывай. Да у нас тут вообще пиздец. У нас, короче, 3 дня назад, нахуй, а не 4 уже, а не 3. Короче, ЗУшку, это зенитная установка, нахуй, приделали на мотолыгу, короче. Попиздили на ней на хохлоп, ее заптурили, нахуй. А что ее? Заптурили, ну, втуром ебанули ее, короче. Ага. 1 200, 2 300, 1 тяжелый. И вчера, короче, последняя деревня, ну, которую у нас еще на тот момент не отжали, короче, на нее вчера наступление было. 12 200 и 2 300. Да, жестко, что-то вас прям давит там. Да. Вы еще назад отошли? Да, комбриг, потому что долбоёб. Они, деревня прям в самой низине, нахуй, и они попёрлись в эту деревню, там оборону заняли, нахуй. С одной стороны просматривали, а там, где противник, не просматривали нихуя. Блокпосты не выставляли, нахуй. В итоге, блядь, снайпера, говорят, они, это, сидят, короче, на своих блокпостах, нахуй. Разворачиваются, смотрят на этот, как вот там за деревней холм, короче. На этом холме метров 300-400, короче, от деревни хохлы, блядь, стоят, укропы. Стоят, у них даже там построение, говорит, какое-то было, они там строились, что-то нахуй разговаривали, говорит, блядь. Я, говорит, стою, наблюдаю, там, комбригу, говорит, докладываю. Он, говорит, наблюдайте, нахуй. И все, нахуй, и в итоге-то наблюдались. Потом на следующий день, они, говорит, там уже ящики какие-то таскали, нахуй. Потом еще через день смотрят, там какой-то тип здоровый, подкачанный, блядь, выходит, говорит, в черной футболке, говорит, в разгрузке, нахуй. Стоит, говорит, нам машет, нахуй. Комбригу докладывают, он, говорит, наблюдайте, нахуй. Ну и в итоге донаблюдались. Отжали все, нахуй, да? Ну. Да это комбриг, пидарас, он под себя грядет, нахуй. Командующий он спрашивает. Вообще у вас там не засланный, нахуй? Хуй знает, он съебался еще вот, вчера, получается, наступление было, а он съебался позавчера вечером, нахуй, с этой деревни. У вас сейчас еще народ вообще сейчас не осталось там, а техника-то есть у вас? У нас вот полроты снайперов полегло, у них там взвод один был, полвзвода, нахуй, полегло вчера, 12 человек, и все, снайпера, все, в отказ, нахуй, и домой увольняться. Данилка звонил сегодня, говорит, у них там мобилизация, всех офицеров туда забирают, сержантский состав забирают. Ну, у них третий корпус вот этот комплектуют. Там часть уже приехала, я у них узнавал, вот которые нас должны были поменять. Они говорят, их изначально уже как начали комплектовать, их комплектовали на усиление, а не на замену.